Agaliyev. Born in 1937 in Kizilarvat, Agaliyev went on to become an active participant in the political life of Turkmenistan. After becoming a history PhD candidate at the Academy of Social Sciences of Central Committee of the Communist Party, Agaliyev went on to occupy high posts within the political ranks of Turkmen SSR and later independent Turkmenistan. Agaliyev was a member of the Journalist Union of Turkmenistan and worked in the newspaper Diyar for many years. A friend to Bayramov since childhood, he is also the author of the artist's biography titled Fate Cannot Be Chosen. This interview was conducted in 2015. Kurban Khalievich Agaliyev passed away in Ashgabat on October 27, 2017. Дурды Байрамова я знаю с детских лет, когда он воле случая по велению судьбы попал в Кизларватский детдом, потерявшись на зеленом базаре в Мары. С тех пор мы никогда не расставались. Где бы мы ни находились, всегда были вместе. Судьба человека непредсказуема, и она связана со многими обстоятельствами. Попав в Кизларватский детдом, он ни год рождения свой не знал, ни имя свое не знал, ничего. Он лишился материнской ласки, семейного очага, и, дружа со мной, он бывал у нас дома, он очень подружился с моей мамой. Он тянулся к ней. Он находил какую-то вот отдушину для сердца и так далее. И вот эта связь их с мамой моей никогда не прерывалась. Пока мама была жива, он всегда приходил домой. Меня не было дома. Я в Москве жил, уезжал на работе, был в Москве. По областям Туркменистана работал. Мама оставалась. И всегда Дурды, мастерская она была недалеко от маминого дома, где она жила. Она готовила еду вкусную. Ну, таких блюд не было, где бы там шашлыки-то. Мяшлитвы, аш, Туркменнахарларда. И Дурды с удовольствием вот, приходил. Как говорится, взрослел на глазах. И вот, когда бы я не приходил, они даже, когда я приходил, они не обращали внимания. Они, у них был свой мир. У Друды был мир, вот эта тоска по материнской ласке. Они вот на полу сидели, я говорю, мяшли ту ердлер. Это была бесподобная картина. Не знаю, с каких это пор началось его стремление. Вряд ли тогда он думал написать портрет ей. Ему нужно было общение с ней. Но со временем у него созрела идея. Идея написать портрет. Так вот, я знаю, что он три варианта портрета вот мама рисовала. Один из них был триптих, потом он все их потом убрал, не понравились они. А вот последняя работа, вот, о которой мы говорим, назвал он его «Мать», очень емким словом, без всяких. И как-то вот название картины, он очень скрупулезно относится к названию картины. Вот один раз он определил и больше не менял. Если говорить вот от начала зарождения идеи, когда он уже в руки взял кисть и начал думать об этом портрете,
прошло 12 с лишним лет. Он рисовал 12 с лишним лет, и за это время он приходил, уходил, вот какие-то наброски, его много таких картин было. По сути дела, получилась очень оригинальная картина. Я одну женщину знаю, кто бы ни пришел к ней, обязательно найдет вот с этим человеком общий язык, и ласка, и мудрость. И вот как она одевается, вот как она ходит, как она там берет чайник, заваривает чай, подает или там уносит, приносит. Вот ее движение. Пластика жизни. Вижу такую в них доброту, несмотря на то, что очень жестокая жизнь была. Значит, война, может быть, кто-то остался без сына, без мужа. И в то же время остаться вот таким вот добрым, настоящей матерью. Я таких женщин я обожаю. В этой картине рассказывается, что человек, оставшись один, без профессии, без ничего, устроилась воспитательница она детского сада, и в ее трудовой книжке только одна запись. Принят воспитатель детского сада и уволена. Ну, есть там награды, есть медали, но другой работы нет. Самое главное, я хочу сказать, что Дурды вот, восхищал тем, что она не озлобилась на судьбу. Почему ее вдохновлял? Не озлобилась. Он поражался, что за всю свою жизнь мама ни с кем не ссорилась. Ни с кем не ссорилась. Нет. Он поражался Дурды тому, что она как-то поддержать жизнь, участвовала в туркменских свадьбах борьбой. Mm-hmm. Она боролась. Mm-hmm. И вот эти призы и так далее, в эти моменты у нас был праздник. И было что кушать, mm-hmm. что это. Для Дурды это было знакомо, потому что он сам пережил самые тяжелые годы. Детдом. Как бы ни говорили, это детдом, mm-hmm. это не семья. Хотя в то время детдомовцы жили намного лучше других, у которых в семье тоже было тяжелое. Я хочу одну деталь сказать, Дурды пора. Тогда многие ушли на фронт, остались дети почти беспризорные. И мама моя ходила по аулу, по Кизлород, собирала этих детей, устраивала детский сад. Потом, со временем, этот детский сад в народе стал называть Дурджаном детсады, Дурджанайданом детсады. Mm. Из этого детсада вышли многие, и министры, и эти, и так далее. И эти люди постоянно приходили к ней домой. И Дурды это видел. Вот почему судьба этой карты. Дурды видел, как министры, как они садились, вместе чай пили и так далее. Mm. Когда картина была закончена, конечно, это было бесподобное, бесподобная работа мы все. И так случилось, в более случае, Дурды Байрам за рубежом была выставка. Это было в Японии. Картина очень понравилась японцам. Вот эта женщина, сидящая в строгой задумчивости, с опущенными вот, глазами, и белое полотенце на это очень соответствовало менталитету японцев. Было много предложений эту картину от музеев, от частных лиц, чтобы картину эту продали. Дурды, конечно, никогда не соглашался продавать картины, даже вот эти застойный период, когда картины государство не стало покупать. Он голодный был, ну, условно голодный, но ни одной картины он не продал. Поэтому у него более 2500 картин сохранилось. Ни у кого такой коллекции картин художник не оставил. Не считая тех картин, которые находятся в музеях страны, Туркменистане, России, Украины. Одна из картин находится даже в Дрезденской галерее. Картина в Третьяковской галерее. 6 картин в Третьяковской галерее. Да. Это великий был художник. Все картины вернулись, а эта картина в Туркменистан не вернулась.
Сейчас трудно говорить, где она, эта картина, пропала. И как она пропала. Дурды очень переживал за эту картину. Ну, не говоря о том, что я как переживал. Сохранился вот только журнальный вариант. Хорошо, что вовремя мы сфотографировали. Mm-hmm. Это уже после, когда это пропало, а интерес к картине был огромный, мы стали искать, где же это, хоть осталось что-то, но заново же не нарисуешь. Также любая копия не может быть оригиналом, потому что, как говорится в музыке, по одним и тем нотам нельзя сыграть одинаково. Bayramov finished painting Mother in early 1980s. Unfortunately, the portrait was lost after an exhibition in Japan in 1985. Its current whereabouts are unknown.